Друзья мои, всем привет! Мы с вами снова в Бобруйске. Это снова Динамошинник, и Бобруйск-арена принимает матч местной команды со Sky Junior. Сейчас остается все-таки за хоккеистом Никита Сураев. У Динамошинника Михалев сейчас шайбой вперед идет. Михалев бросил даже На месте Красава 29-й Матвей. 27-й Матвей сейчас в оборону работает. Тут защитник помогает, но здорово-то как сейчас. Михалев скорость набирает по дальнему борту. Михалев смещается в центр. Михалев бросает на месте Караселев. Добивание! И где шайба? Она-то по перекладине. Давайте смотреть. Сначала Михалев. Классно здесь. На смене мест сработал с партнером и свел двух защитников. Ну и пока юниора 18-е, 21%, что неплохо, в принципе. Вот сейчас момент. Хороший. Чайка на месте. А там все-таки шайба вылетает на пятак. И гол! Да, забрасывает Sky Junior и открывает счет в наш... В 34... Нет, в 33... Пас назад. Казалось бы, уже тут Чайка сейв совершил, но до конца доработала Нацкий и... В конек в итоге отдает, но Криштофик хорош. Сохранил ее. Жихарев. Жихарев бросает. Караселев отскок дал. Отдавал, наверное, на ход, но... Там уже слишком много клюшек соперников, поэтому шайба перехвачена. Здесь что? А вот здесь момент, может быть, у Sky Junior. Хороший Чайка выручил. У Sky Junior, в общем-то, достаточно таких неточных передач. Звягин идет в атаку, у него только Салыга в помощь. Звягин, передача наверх, неплохо. Гол забрасывает Чухраев, и это 1-1. Динамошинник сравнивает счет. Говорил я, что там у Звягина. Хоккея смотрим еще раз. Повтор. Звягин тут неплохо оторвался на разности скоростей. Так уж получилось, что Коростелеву свои игроки обзор перекрывали. Два хоккеиста было на пятачке. Еще плюс. Кто там, наверное, Салыга. Очко, но он не бросает. Михалев. Снова Шедловский. Закрутили здорово Динамошинник. Волочко бросает. Звягин. Снова Волочко. Бросок и гол. Волочко забивает. 2-1. Все-таки кружева эти принесли свои плоды, и Динамошинник возможности было бросить. В стольких моментах мы думали, ну вот сейчас-то бросит игрок. И вот, наконец, бросок наступил. С кисти сначала бросил, заблокировали, потом немножко вот сломался. Это зревала ли эта шайба Динамошинника в этом матче? Пока же Sky Junior идет в атаку, и здесь здорово Чайку обыграли. И 2-2 у нас быстро отыгрываются армейцы. И это Андрейченко забрасывает. Да, тут Шинника. Динамошинника таких нет вообще. Уехал за створ Чайка, поэтому возвращаться к дальней штанге было тяжело. Классно сыграл Андрейченко. Вот у ближней штанги посадил Чайку на колени. Заехал за ворота. И с отскоком, кстати, для броска. Опускает шайбу чуть пониже. Снова Криштофик. Ну, бросать тяжело. Но есть бросок. И вываливается там шайба из-под вратаря. Он ее не прижимает. Лохнов добивал, попал во вратаря. Еще один бросок. И Коростелев тащит. Там уже в левом боку. Но Звягин... Ну, в ловушку, наверное, там ему угодил. Снова Звягин шайбой. Передача неплохая. Бросок снова штанга выручает сейчас. Sky Junior. Смотрим. Криштофик бросает вот здесь. Вывалилась шайба из-под Крыслёв. Но он ее просто вперед бросил. Он не прижал ее. Лохнов пытался закопать, не получилось. А вот сейв. Коростелев укрывает шайбу. Оп, на вираже. И бросок Волочко. Уходит шайба дальше. Сивко. Михалев. Волочко есть у него. Снова Волочко. Садится под него соперник. Тукач. Тукач ищет. Тукач ищет. Ну, предложите себя партнера, говорит Тукач. Волочко. Снова Тукач. Есть на дальний вариант. Пас. Хороший бросок. И выручает Коростелев. А дальше где шайба? Дальше шайба под ним. Но будет... Шинник должен был забрасывать. Да, это Коростелев. Хорош. Лыга уже с бампера сместился на борт. Жихарев. Снова Муромцев. А там Тукач на дальний есть. Муромцев бросает и забивает. Муромцев. 3-2. Еще одно большинство реализовано. Будем видеть. Муромцев, вот он смотрит и даже показал, что дает. Но бросил в ближний. И там Чухраев. Чухраев, двое против него. Но Чухраев шайбу сохранил. Не очень плотно было, но все равно. Ходоровичу бросить не дали. Он сейчас шайбой в углу. Снова на Чухраева. Тот скидывает защитником. И бросок Гришкова. От сени и гол! Залетает она там. Как она попала, я не знаю. Но шайба в воротах 4-2. То ли Гришков, то ли кто-то из нападающих, кто был. От синей линии. Ну, пока только от ближней морд. Смотрим. А, она попала в защитника. Да. Sky Junior и... Бедняга. Гусев. Зоторов у Динамошинника. И в атаку можно убегать. Тукач Шедловским. Тукач. Тукач. Нет. И с ног он сбился.
Но в итоге шайбу потерял. А вот здесь Михалев. Михалев! Михалев! Нет, не забивает Михалев. Но. Тем Михалев, да, сумел бросить юниора. Это был Андрейченко. Теперь уже момент у ворот гостей. Шедловский. Бросок. А добивание. Нет, не добил. Сейчас шайбу Михалев. Хотя был близок. Снова, вот помните момент, Салыга был во втором периоде. А вот здесь гол. В оборотку получает Динамошинник. 4-3. Становится счет. И снова на один шаг. Это, кстати, худший среди всех нападающих. И всех игроков команды вообще. Ну, что тут сказать. Здорово подкараулил небольшую ошибку соперника. И Михалева. Здесь Шедловский. Снова Михалев. Михалев на Шедловского. Момент какой? 5-2. 5-3. 5-3 у нас. Шедловский забрасывает и Динамошинника. Куда тут? В домик, в дальний угол. Не знаю, но в противоход в любом случае играл вратарю Шедловский. Да, в домик. То уже другое звено. Бросок по воротам, но бросит. Андрейчик бросает. На месте Чайка. 2 секунды у нас. И время вот нашей плашки, которая в левом верхнем углу. И это значит, что, ну, бобры пока... Сколько получается? 5 игр в запасе. 5 игр в запасе.